Друзья, всех приветствуем. Всем привет. С усилием опять был в избе. Включился сразу в избе, вот только пригнали. Так, там на улице плюс 2. Снег этот, короче, налипает, там на гусянку забивает. Один раз пришлось почистить, это уже натягивает. Ну вот так по своей накатке, по старой доехали. Так, более-менее. Снимать там ничего не стал, сразу тут. Чаечку попьем, да? Будем тут делишки. Мы приехали дня на 4, на 5. Там посмотрим. И что у нас? Ну, охоты уже нету. Я капканы закрыл, охотиться не собирался. И этот, как его? Глухарь. Да я не дошел еще до него. Короче, рыбалкой хотел заниматься. Ружья даже я не брал, дома оставил. Но тут ехали, глухарь. Вообще не улетал. Прям тут сидел на этом, на буранке. Я там, ну, потом ставлю, с телефона снял там. Метрах с 20 его. А потом, когда поехали, он вообще метров 5, наверное, от нас полетел. Вот, друзья, глухарь сидит. На телефон снимаю. Офигеть. Я Сега, друзья, не брал. Охотой не хотел заниматься, на рыбалку поехал. Вот так вот. Ладно, поехали, время не будем тратить. Опять местами тут замело. Местами, ну, в принципе, даже и буранку не видно на открытых местах. Пирожок не будешь? У меня сверху лежит. Не, сейчас не буду. Не буду. Потом все постепенно. Сейчас, наверное, что? Оба-то чайники, все, наверное, сейчас. Костерчик забабахаем. Чайнички два, там скипятим. Тогда я сейчас там гребу немножко. Разгребу. Ну, а тут потом, позже все подгребем, все потихонечку. Потихоньку, да? Надеюсь, в этот раз мы снег поскидываем. Там лежим, на голову не упало, ходить, блин. Да. Может, приземлить хорошо меня. А баню вообще не видно, сплошной сугроб. Ну, все, делаем дела, короче. Может, немножко снять? Не надо? Пока, да, сейчас ты снимешь там это, а потом будет все снимать. Да, потом просто-напросто я долго тут буду ковыркаться. Да-да-да, сейчас-то нам так. Метр сюда выступает. Я, друзья, в прошлый раз, ну, по-моему, он говорил, вот, знаете, на старые лыжи у меня по сырому снегу, Вася говорит, налипало, Василий ходил в них. Я в этих своих новых ходил, которые вот там каким-то, не помню, банным лаком, что ли, промазывал. На них не липло. Сейчас вот прошелся, тоже пока ничего не прилипло. И привез эту. Сделал такую жидкость, как молоко. Тоже хочу потом эти здесь промажу. Может, тоже будет нормально. Если будет ничего, так я там ставлю фотографию, какой лак-то там у меня пролачил. Ну, в принципе, у меня и видео на канале есть, там, где я новые лыжи там пролачивал. Там на первый раз, через 20 минут, по-моему, на второй раз. Ну, еще позже можно и на третий. Ну, я думаю, сегодня вечером этим потом
промажем, до завтра высохнет, и уже завтра, наверное, проверим, будет липнуть, не будет. Но завтра, в принципе, уже у нас обещают впереди 3 дня минус 5. Посмотрим. Только сегодня вот у нас плюс-то. Вчера и сегодня. Посмотри, вот и в первой ничего. Я посмотрю, ну. Только аккуратнее там, смотри, вот размыло. Вода. Да. Ну, я говорю, а тут... А? На собаке нефиг даже лезть. Так это в этом месте, где у нас эти... Ну, я понял. Все. А? Лопата уходит туда. Размыло, короче. Так, тепло, так. Ну, был бы минус еще, так может еще бы. Ой, можно и здесь черпать. Прямо ведром нахуй, да? Да. Че, это в умывальник пол ведра еще осталось? Нет, там полная. Так, а куда? Пол ведра? Да. Пол ведра надо оставлять, тогда одно принеси еще, да и все. Давай, хорошо. Неделю назад ледобур он сверлил. Посмотрите, что творится. Можно ведром черпать. Все размыло, можно ухнуть сразу же, да, так вот, опа, так что как-то так. Там полно, потом бери, не жалей. Ага. А, еще надо эту штуку приготовить. Блин, там не отгребсти. Ладно, сейчас попробую. Баллон туда принесешь. Угу. Че, из чайника выливается на дрова. С маленького что ли? Да. Слишком-то полный, нахера их набрал. Не, вот так не долил. Наклонился просто. В этот раз, друзья, еще колун, короче, привез другой. Кто знаете, кто меня смотрит, так тот мне и так не нравился колун. Да мы им камни кололи, короче. Он как-то не такой формы был, как-то не так дрова рубил. Короче, другой привез.
что, Павел, специально оставил открытую, да? Что, вас я не слышу? Баня специально оставил открытую? Да, да. Чтоб концентрат, ну, да? Баня, да, тоже немножко там потом берешь. Ну, хорошо. Ну. Надо, друзья, так, непонятный. Перекус так, налетами. То что-то съели, после что-то поделали. Я опять... еще не отпыхался. Я тут все хочу яичко вареное. Ешь, ешь. Смотри, ты бы хлебушка нарезал. Сейчас сначала руки помою. На камеру, что ли, нахуй? Ну чё, блядь? Да чего? Так я сейчас греб, так это там, перчатки-то все равно не чистые уже. Ого. Короче, яйца тут что, майонез. Тут брал два, куру жареную, два куска тут из дома забрал. Короче, два крачка. Да-да-да. Че, я, наверное, много не буду. Хватит, да? Все, я беру, чтобы было много. Вот ехали, ты не видел это сама? Дочки, типа или какая-то птичка, или либо жеребчик бегал. Ну, не, я на дичь. Так ты сейчас не обращал внимания. На дичь я не смотрю, что это ее. Что-то мне показалось, что рябчик бегал. Почему нет-то? Может, что он у нас тут? Ну где-то пошли там, да? Они сюда прибежали, блин, к избе. Помнишь? Здесь. Маловато. Я говорю, надо гребать. Их можно разрыхлить. Паршивито? Да. Так выгребем. Да. Ну, немножко отошло уже, видишь? Да, да, да. Вот у меня тут тоже заковырялось исключительно прекрасно. Ну, звездочки, блин, да? А? Нет, тоже. Я думаю... А, тут, наверное, лопата отгрести. Да, грибани у меня чуть у себя. У тебя тоже, да? Да-да, потом. Все, буксировщик почистили, закрыли. Все, пускай стоит. Заправил даже сразу. Потом, может, еще кое-что с ним буду делать. Если буду, так покажу. Еще привез я вот такой ящичек железный. А, мужичок нам один хороший с деревни отдал. Ну, на пол поставлю и под какие-нибудь продукты, чтоб мыши не ели. Ну, мышки не пробрызгут, не пробрызгут, конечно. Вообще классно. Можно даже замок весить. Зачем? Так не, я просто... Ну. Ну, так-то он, смотри. Это. Его можно, он по идее, наверное, вешается на стену. Да, дырки, видишь, сделаны? Вешается на стену. Ну, это типа сейфа. Да-да-да, вешается на стену. Можно что-то тут оставлять и закрывать. Но у нас все равно есть... Уверен, какие-нибудь долбоебы найдутся, начнут топором его рубить, что-то делать, да, доставать. Да, лучше, интересно лучше не... посмотреть, что там лежит. Лучше не закрывать. Тяжеловатый такой. Открыть? Что, да не, я пока что. А не, его надо, чтобы обсыхал. Да, занести. Да.
там метра полтора даже. А что, сюда если падать будет, ничего? Черт с ним, что? Оп. Да, нормально. Все, тут это. По крыше будет. Ну, забери только потом. Сядь, пойди сейчас за ней. Боишься, да? Короче, капец. Я лестницу убираю, что так пройдешь? Куда туда? Ну, конечно, блядь. Куда от лестницы-то? Я уже лестницу не знаю. Короче, в общем, друзья, как-то так. Я, конечно, не знаю, что тут будет. Что тут будет потом весной? Если тут снега метра два в пол. Сколько? Метра два. По уровень крыши, видите? Все нафиг. Там, может, есть какая-то еще щелочка между этими, но... Да, что-то ничего нет. Отсюда я выкидывать не собираюсь. Так что как-то вот так. А? Хватит, наверное. Здесь все хорош. Сейчас перекуры, потом с той стороны. Ну там поменьше. Это с этой стороны постоянно почему-то заметает. Да. У нас через 4 дня вообще там ничего не будет. Все растает. Нет, все, с завтрашнего дня 3 дня минус точно. По моим прогнозам. Ну посмотрим, проверим. Под гусянком-то ничего не будет, там, если будет плюс. Так там и так нету ничего. Так уже не так, но все равно немножко-то есть кусочки-то есть там. Да это-то. Это она выплюнет просто. Да потом выкинет. Все сырое, насквозь, блядь. Хоть выжимай, блядь. Так что, какие-то сигареты. Опа, не сломал. Тут-то меньше намного. Так, вот. Но больше-то вот здесь, на спуске. Больше тут на спуске.
у нас будет Не надо? Не надо, тряпочки нет. Кисточку новую купил? Еще новую-то. Я мазал тело же ими. А, уже мазал, да? Да. Был светлый. А? Светлый был, не такой. Ну, тут его потом не видно будет. А, он впитается, короче, да? Не впитается, он высохнет. Ну, высохнет, не видно будет? Да. Ну, так же делаю, как те свои лыжи. Сейчас промажу, подсохнет, через 20 минут второй раз промажу. Может, меньше будет налипать. Ну, вот, потому что уже старые лыжи, у меня тут они, уже одно дерево. Ну. Таким уже сколько? Лет 10? Лет 10, да. Они, можно сказать, что уже свое отработали. Ну, короче, вот таким макаром через 20-30 минут еще раз промажем. Мажем для того, чтобы как бы влагу она не впитывала сама, само дерево-то. И как раз оно и прилипать не должно, мокрый снег. Да. Если что-то нормально будет туда-сюда, я... Ну, у меня видео, я говорил, это видео у меня есть на канале. Ну, а так еще фотку ставлю, что-то у меня залак такой. Завтра проверим. Да? Да хоть и не завтра. Но... Что завтра? А я на чем пойду? Да нет, завтра уже? Я говорю, если надо, проверять их завтра. Плюс на улице. Если по воде ходить будешь, они на, у меня налипнут. Это по-любому, это естественно. На любое дерево налипнет. Даже на сапоги прилипнет. Ну, пока ждем. Фух, мы, наверное, сейчас поужинаем. Что? Ну, поужинаем. Вы решили сейчас бичпакеты заварим. Варить ничего сегодня не будем. Бичпакеты там, колбаска-то с чаем. Да и нормально будет. Да у нас пирожки еще есть. Полно всего. Варить уже завтра будем что-нибудь. Сегодня так. Снегом тут хотя бы с избы поубирали. Завтра посветлее будет, там еще покажу, там где чего поубирали. Дровишек покололи. Ну все, короче, ужинаем. Наверное, полвосьмого, короче. Все, мы ужинаем. Бичики заварились. Вкусняшка такая самая. Для детей, блядь. Дети, между прочим, даже сухую херачат. Я говорю, да как это сухомятку? По речку еще съедим, да. Как это, говорю, сухомятку-то вы едите? Они как эти, как семечки трескаются. Я тоже ел. Ну только что без этого, без... Кто там? Что ты, сюда давай ее. Кого? Доску. А? Все, понял. Колбаска вскрыть. Колбаска вкусная, наверное. Да, моя, конечно, вкусная. Ну, в общем, вот так сегодня у нас день проходит. Прибыли. Тут бытовуха, снег, туда-сюда. Некоторые скажут, приехали, херней занимаетесь, на рыбу ловить. Но у нас вот такие вот задачи. Ну, соответственно, что у нас по планам, завтра у нас весь день рыбалка. Все, капать? Да. Смотри, нормально? Нормально. А как там что дальше это поглядим? Я же могу и плюнуть на рыбалку и отдыхать весь день. Да. Ну, так бы хотелось это, живцов поймать, да, жерличек поставить. Не знаю, как по щуке, но налимчик-то должен быть. В общем, поглядим. Время покажет.
Сейчас пока едим тут, потом еще лыжи помажем. И что, и все, и... Говорю, и на боковую. Получится, да и завтра в 6 утра встанем. Чтоб хотя бы часов по 8-8 выйти на озеро. То с утра еще есть тут делишки. Именно с утра. Можно, конечно, и сейчас и сделать, но я не хочу. Я их с утра сделаю. Ну все, прощаться не буду. Колбасу режь. Не буду снимать, как что тут чавкаем. Вася сейчас стопочку примет. Я без всего. Ну как-то вот так. Ну ладно, все, друзья, до утра. Мы кушаем бичики.